Ну что ж, последний день Масленицы, и вот спалят на Певческом поле Матрону, как сказали, да. В общем, провожаем Масленицу, блинов наелись, глинтвейна напились, и все, будем на посту сидеть, хватит гулять, сколько ж можно. Вот в первый раз тоже смотрю, как поджигают. О, боже, как тепло, как тепло. Я стою раз, два, три, где-то в 4 метрах максимум. Такое тепло. Поэтому они раздетые от грила, потому что жарко. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ну что ж, Матрона горит быстро. Надеемся, что все, зима ушла. Ой, как это классно. Дети радуются. Посмотрим на деток. А вот и детки. Людей подсобралось, конечно. Вот так вот, оказывается, там была конструкция такая вот. Деревянная. Сгорела вот за секунду просто. Девушка еще держит огонь. Думали, что может быть затухнет или не подгорит. Одежда сгорела в секунду. Это какое-то сено, да, или то, что внутри было, да, горит. Вот как бы. Все, сиськи отпадают, сгорели. Да. Так, не забываем поставить лайки и подписаться на канал. Пока-пока.